Здравствуйте, друзья! Сегодня в рубрике «Силы души» такое качество обновления. Смотрел на этой неделе теннисистов, и Джокович, известный теннисист, сказал, то, что самая главная черта, которая помогает ему побеждать, это, как он сказал, recovery. Recovery – это восстановление. Говорит то, что в каждой теннисной игре есть такой момент, то, что ты начинаешь думать, я выиграю, я проиграю, вот я уже 2 очка проиграл. И он говорит, и качество чемпиона – это качество, когда он может откинуть эти мысли и начать сначала со всеми силами и победить. Так же и мы. Надо знать, во-первых, то, что мы можем начать сначала. Раби Нахман говорил то, что он начинает с самого начала, то есть обновляется несколько раз, каждый день он это делал. Иногда нас посещают такие ощущения, то, что вот-вот у нас уже что-то не получилось или не получится, или что-то с прошлого тянется, и человек думает, вот, как и было, так и будет. Но нам надо обязательно помнить то, что мы должны обновляться. Должны обновлять свои чувства, обновлять свои мысли, обновлять свои физическое свое состояние. Тело человека, оно обновляется, говорят, каждые все клетки обновляются раз в несколько лет. Но дело в том, что клетки, которые не обновляются, они, к сожалению, ведут к серьезным болезням. И также и мы. То, что если мы не обновляемся, мы, не хочется говорить, но мы стареем. А человек, который обновляется, он молодой человек. То есть может обновить свои мнения о вещах, подумать о том, о ком мы знаем, кто он такой, и посмотреть на него с новой стороны или на тему, которую он думал, что это одно, но можно пересмотреть свою точку зрения и понять, что, может быть, это как-то по-другому. Люди иногда влюбляются в свои точки зрения, которые в большинстве случаев они даже не придумали. Вот как-то они думают по какому-то поводу так и не могут обновиться. Это вообще страшная история. Надо стараться смотреть на вещи заново, с новыми глазами и с обновлением. Так что желаю вам обновления в жизни, обновления в своих чувствах, качествах, силы думать то, что мы можем тоже еще раз заново начать и победить. И это громадная сила. Это является силой искусства. Начинать сначала. Всего самого хорошего.